Тему не думал, но я думаю, что все время ищут эту идею. Все время идут дискуссии, где идеи, то ли это футбол, то ли это армия, то ли это единство. Мне кажется, национальная идея, вот сейчас я подумал, это просто надо быть человеком. Понимаете, если в России каждый человек будь человеком и на море, и на суше, к сильным мира не ходи с подобострастием и поклоном, за богатством не гонись, не превращай в пустыню душу, апокалипсис души куда страшней Армагеддона. Вот чтобы не было у людей апокалипсиса души, чтобы не было деградации, чтобы не было фобий, жестокости. Мне кажется, это не глобальная тема. Вот мы все команда идем, вот мы победим на Олимпиаде. Это тоже объединяет, конечно. Я, например, за «Зенит» болею, я страдаю уже лет 45. Ну, сейчас, слава богу, понимаете? Вот. А мне кажется, конечно, вот национальная идея – это чтобы были люди порядочные в этом отечестве. Мужественные, честные, справедливые. И это тогда и объединит, они тогда и объединятся по принципу порядочности своей. Вот, мне так кажется.